Ну вот так, вот почувствовали, что выход есть, если ключи не потерять. Но вот человек сам для себя выбирает. Хотя бывает, что и за него что-то выбирают, и он встает уже перед невозможностью. Братья наши меньше, к сожалению, выбирать иногда не вольны. И вот темы как бы от их лица тоже очень часто поднимаются в авторской поэзии. Марина Зыкова сегодня выбрала такую не совсем обычную песенку. Она звучит от имени маленького волчонка. Называется она «Волчонок». Стихи написаны Ниной Королевой, а музыка Марина Александром Дуловым. Вот, мне подсказывают. Марина Зыкова. Добрый вечер. Прикидываюсь на машине, поглядываю на дверь, как маленький волчонок, выкормленный кашей, все по тайге тоскую, неблагодарный зверь. И чудится мне зов моих холеных братьев, и папоротник в прохладной тревожной мгле, а после запахло дымом, и люди меня забрали и поселили в доме в сухости и тепле. С тех пор-то дым глотаю я каждый вечер. Я вечно скулю под дверью и добрых хозяев злю, но пищу их принимаю, ведь мне защищаться нечем, хоть я их не понимаю и, видно, уж не полюблю. И я открываю двери однажды, как будто ветром, и путь я держу к восходу, и только тревожусь я, неужто меня, как зверя, пропахшим человеком, не примет уже обратно лесная моя семья. Прикидываюсь таежной, а все мне чуждо и странно, лесное это зверье, и нету в тайге мне места, в бессилии я вою тревожной.